Друзья, привет. И вот я уже слышу шаги наших бойцов Максима Дубковского и Сергея Карпова, поднимающихся по трапу самолета, который как раз и доставит их в ЮАР, где пройдут всемирные рыболовные игры. А накануне, не зря я просто держу этих красавиц в руках, к нам заезжал сам Сёкис Сан, это представитель компании «Дайва» в России. И он нашим ребятам привозил дары. А вот какие это были дары, вы сейчас узнаете. Но подождите потом переключаться, ведь мы для вас приготовили классный конкурс с отличными призами. Окей. Топ сегмент модель. Exist, Molitan, Celtate. Hello, yes. It's a good timing to go South African Championship from the Russia. I really, yes, appreciate this opportunity to collaborate with Daiwa and your team. And I can say, удачи! Ну, удачи это в рыболовной теме нормально. А как по-английски будет? Не хвоста, не чешуи. Не знаю, английский удачи это fighting. Не знаю. Гамбаре. Гамбате. Вот это японский. Гамбате. Вот самое, да. А по-русски? К черту. Надо сказать, да. Мы очень счастливы поехать и представить страну на чемпионате мира в ЮАР. Тем более мы будем ловить лучшими снастями, одним из лучших снастей в мире. И, собственно, мы всегда ловим катушками Дайва. А в данном случае будем ловить новыми моделями, которые сделаны в едином корпусе. Это новая Дайва Certate 2019 года. Очень мощная, легкая, очень мощный фрикцион. Поэтому я думаю, что эти катушки нам помогут, собственно, воплотить пожелания и выступить достойно. Как тебе, Макс, катушка? Да отлично. Как бы я на самом деле давно себе хотел такой именно приобрести, а здесь такой шанс, да, именно попробовать, и где, как не на чемпионате мира. Отличный вариант, да. Думаю, что поймаем больших. Big fish, big game. Поймаем нормальную рыбу. Это бас, сом, и сом, и бас, и желтый, блю купер, and yellow fish. Это вот здесь рекомендую, очень легкий. Тилепия. Кстати, это сенситивно. Очень чувствительно. Да. Это очень хорошая модель, да. Отлично. Да. И это универсальная для быстрой проводки, да, для воблеров. Да. За один оборот катушки максимально выматывание лески. Рыбы разные, совершенно в ЮАР. Есть big fish, есть small, middle fish, а соответственно нужны разные катушки. Самая большая рыба, которую мы будем пытаться поймать, это сом. Сом. Больше сом. Сколько килограмм? 20 килограмм. 20 есть. Средний размер 10-15, но есть и 20 килограмм. Надо стронг катушки. Нужна очень мощная катушка. Там вес как бы второстепенен. Да, но рыба большая. Учитывая, что сом клюет с небольшой глубины в ЮАР, нужна толстая леска. То есть толстая леска. Большая катушка позволит, во-первых, намотать толстую леску, ну, вплоть до, наверное, может быть, 2,5-3 по японской классификации. Вот. И позволит на вываживание очень четко форсированное вываживание прям. Да. Макс, по универсальному. Моритан, как бы я тебе уже сказал, я давно засматривался на эту катушку. Действительно, это, можно сказать, универсал, который также можно ловить и на воблеровыми проводками, и применять какие-то различные спиннербейты, и также джиг, то есть катушка довольно-таки надежная, мощная, силовая. Да, и самое главное, что она быстрая. То есть быстрое выматывание лески, то есть за один оборот выматываешь больше лески. Да. Поэтому при рывке воблера у тебя быстрее получается. То есть, и, соответственно, форсированное вылаживание, которое надо очень быстро рыбу завести в процент. А если из крайности не метаться, то вот эти две катушки, собственно, они получаются, ну, идентичные катушки, да, они, в общем-то, универсальные. А на нее можно ловить как сама, так, собственно, и небольшую рыбу, но средняя рыба, то есть там будем ловить баса, black bass, будем ловить yellow fish, будем ловить курпера, будем ловить, значит, и небольших тилиапий в то же время, да, то есть такая универсальная катушка, если там подстроиться, то она в монолитном корпусе,
Это катушка 19 года, опять повторюсь, модель. У нее универсальное передаточное число. То есть она как раз вот, ну, такая средний универсал, при этом очень надежная и очень мощная. И с отличным фрикционом. То есть вот они, собственно, две. Это модель чуть раньше. Вот эта модель чуть раньше была, да? То есть они идентичны. Эти две модели. Ну и, конечно, для микроловли, для очень тонкой, очень легенькой ловли, Макс, ну это вот расскажи, да? Это, конечно, твой конек, когда там ловить. Ну, она сама по себе очень легкая катушка. Mm-hmm. Это вот именно для что-то такого небольшого. Мы привыкли это называть что-то для лайтика, да? Лайт, ультралайт, вот именно для такой ювелирной подачи, анимации. Да, возможно, там при отсутствии клёва, при какой-то там нужно будет там небольшие. Какой-нибудь там микроджик или что-нибудь, такие маленькие миниатюрные приманчики. Да, маленький ротлиночек, маленький там. Да. Вот именно, да, для такого, для лайта. Да, отлично подойдет. При этом очень легкая катушка. Вот прям вот в руки берешь, она пушиночка. Там с небольшим спиннингом будет просто сочетаться отлично. Очень хороший модель, да. Это LT Concept, новый концепт. Хорошо работает на Light Tough. I think this LT new катушки. Light Touch. Light Touch. Yes, will help your good fishing resort. Очень хорошая рыбалка. Help. Поможет хорошей рыбалке. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Удачи. Удачи. Спасибо. Вот так буквально всем миром собирали наших спортсменов на соревнования. Спасибо еще раз огромное японцам с компании Daiwa за такие прекрасные призы. Но и вы не останетесь без подарков. Как и обещал, мы вам приготовили конкурс с классными призами. Вот это ариатор от самого Александра Жукова, палочка, которая создана специально для арийной ловли форели. Неспроста. Хоть и в преддверии Всемирных рыболовных игр выбрали именно эту палочку, потому что сам Александр Жуков едет в Грузию на Кутаиси Ария 2019. Это арийные соревнования, проводимые в Грузии. Не скажу, что он там будет участвовать, но половить он там половит. А тестировать он будет именно вот этот комплект Калдия в новой концепции LT в размере 1000 и тот самый Nordstream Ариатор 602. Так вот, хотите стать счастливым обладателем этой палочки? Тогда все очень просто. Вы должны быть подписаны на наш канал, подписаны на один из наших социальных ресурсов Instagram, ВК или Facebook с одноименным названием Big Game, и там в комментариях оставить, по вашим предположениям, какое место займут наши спортсмены на всемирных рыболовных играх в итоговом рейтинге. И все, при помощи того самого господина рандомайза, как и всегда, мы проведем этот розыгрыш. Ну, а катушечку, к сожалению, не могу разыграть, но первым 10 посетителям нашего магазина по промо-коду Всемирные рыболовные игры 2019 будет предоставлена индивидуальная скидка в 10% на всю концепцию катушек Daiwa LT. Поэтому милости просим, подписывайтесь, и мы ждем ваших комментариев.